Следующее у нас Мандюге в Катаганкап. В Катаганкап Мандюге у нас на одной ноге. На одной ноге, боком к цели, да? И потом продолжение. То есть отсюда идет Йококиай и удар или Уйзуки. Или Уйзуки. То есть после Гамкапа, после Мандюге, Уракен, похоже, как и в Канку Кинцуи, но затем еще Цуки. То есть как бы Уракен, а потом Цуки, а в Канку сразу два. Одинаково, две немножко разбит и между добавлен удар. Как это работает в кулинете? Кизамицуки. То есть так же, если вхожу сразу в цель, дистанцию сокращаю, уже идут ранние моменты, которые объясняли в более ранних. В Гамкаку немножко дистанцию увеличиваем. То есть хотя до удара ноги. Чуть-чуть и второй удар если идет, да, боком находимся. Из этого положения или нога уже пошла сюда, или сюда, да, или сразу склона к яме. И потом ракен учи. То есть ракен учи, как именно как удар, как защитное действие. Еще раз, да? Вот, в бок отсюда. И отсюда. И потом удар. Ну или одновременно. Одновременно. То есть еще раз, два, и отсюда одновременно сразу. Вот там она. Еще раз. Можно по-разному, как нам удобно. И от ситуации, конечно, зависит. В старых вариантах, читаками мы все время боком это используем. В старых вариантах зачастую не классировать. То есть более фронтально. То есть получается, по сути, то же самое. Атака центральная линия и прямо. То есть отсюда маленькие, между ног. И зачастую, может быть, одновременно с кенцуич. То есть у нас уракен, там кенцуич. То есть дальний плащ, и отсюда удар, и затем обрывается. То есть такой основной вариант. Или майгери, или кензуи. В случае еще одного удара. Еще раз, да, ич. То есть вот, я могу даже как бы удар, кяги. И после не пробил следующий удар, уракен мой бок может трансформироваться или уке уракен, или уч. И потом нанесу удар. Сбоку. Еще раз. Уракен, уракен или учим. А да, дальний десант выбрать или поиски. Еще раз. Еще раз. Оп, удар вниз. И затем отсюда или одновременно атака, или киага, потом уракен и добавочный следующий термин.